В минувшие выходные на городском пляже Махачкалы прошло оздоровительное мероприятие. Представители Главного управления МЧС России по Дагестану приняли участие в зарядке, которую провел действующий боец лиги ACA Шамиль Абдулаев. В рамках программы также состоялись и небольшие спортивные соревнования – поднятие гири, перетягивание каната, подтягивание на перекладине и многое другое. Целью спортивного мероприятия является популяризация спорта в обществе. Спорт развивает, спорт объединяет. Для нас, спасателей, пожарных, особенно важно быть в хорошей физической форме. По итогам состязаний состоялось награждение победителей медалями, а отличившихся участников – грамотами. Завершилось утреннее спортивное мероприятие общим фото.